Совещание провел председатель краевого парламента Владимир Бекетов. Он нацелил представителей ТОСов на помощь в решении вопросов занятости населения, развития малых форм агропромышленного комплекса, профилактику правонарушений, пропаганду здорового образа жизни и нравственное воспитание молодежи. Сегодня ТОСовцы помогают гражданам в решении самых разных вопросов. Например, в спорах по услугам ЖКХ, благоустройстве поселков и станиц. Территориальные организации самоуправления содействуют полиции, обеспечивают занятость населения и проводят праздники. Давно стали важнейшей частью нашей системы местного самоуправления. Выстроенная таким образом совместная работа позволяет местной власти быстро и результативно проводить в жизнь принятые решения. А самим жителям дает возможность объединить свои усилия для решения первостепенных жизненно важных вопросов. Благодарности и подарки победителям краевого конкурса вручил председатель ЗСК Владимир Бекетов и директор департамента внутренней политики Владимир Свеженец. Первое место в Анапе заняла Анастасия Кульбякина, председатель ТОС номер 63. За 4 года работы добилась солидных результатов. В микрорайоне юбилейной станицы Анапска провели освещение, ремонт дорог и дополнительное асфальтирование. Все призеры муниципалитетов получат из краевого бюджета на развитие ТОСов 500 тысяч, 300 и 200 тысяч рублей соответственно. В связи с тем, что вот мы получили такую премию, такая помощь от края нам пришла, то если получится, то, конечно, провести центральную канализацию, микрорайон юбилейный, так как это на данный момент очень необходимо, и асфальтирование дороги. Второе место заняла анапчанка, председатель ТОС номер 38 Наталья Иванова. Третье – председатель ТОС номер 98 хутора «Рассвет» Валентина Стамбальян. Эти женщины неравнодушны к своему городу, заботятся о чистоте и благоустройстве, делают все для процветания своих территорий. Отреставрировали колодец, который построен был коммунарами в 1922 году. Мы написали книгу о «Рассвете», история возникновения села «Рассвет». У нас она лежит в библиотеке без проблем. И дальше вот это собираю я для книги памяти о жителях-ветеранах, которые жили в селе Рассвет. Она еще не закончена, но на стадии окончания. Мы очень много сделали за эти 3 года. Провели канализацию, дороги, свет, освещение уличное. Мы очень этому рады. У нас люди сплотились. Все стали друг друга знать, узнавать, здороваться. Работу ТОСов назвали положительной и эффективной. На встрече приняли решение проводить обучающие семинары для председателя, где лидеры конкурса смогут поделиться опытом с коллегами. Еще одним подарком для ТОСов стала концертная программа, которую совместно организовали муниципалитеты Кубани.